у меня еще много дела, немного времени, и кажется, меня не слушали. Ладно, начнем. Забита отказа и выхода нет. Все ужасно настолько, что требует жертв. Только грешные души под силу спасти. Ведь мой отель открыт. Погодите, забегаю вперед. Верно. Истребление. Расход вы убиваете время и нас. А тащиться сюда жутко бесит, ведь так. Только если все грешники в рай попадут, то и Боня ни к чему. Это будет лучший день. Я, пожалуй, прерву эту дымную речь. Okay. Хочешь грешникам выбить дорогу наверх, чтоб по лестнице до врат жемчужных добрались? Ну как? Милая судьба, их не завидно, смирись. Всех вечность в аду ждет, хочешь того или нет. Им давался шанс, но где они теперь? Да в котле. Своди правит свет и тьма, с ними спорить не пытайся. Ведь те, кто против, мы в расход отправим опять. Послушай, расслабься, не трать силы зря. Ты считаешь, они не должны умирать? То они, скажи на милость, глупо отрицать. Глаза к глаз, здесь правда одна. Но в конце концов я скажу лишь одно. В аду ждет, хочешь того или нет. Им давался шанс, но где они теперь? Там в котле. Своди правил свет и тьма, с ними спорить не пытайся. Ведь те, кто против, мы в расход отправим опять. Суча вечность в аду ждет, вот отстой, но как-то так. И попытки безнадежны, просто сдайся, вот шанс. Раз я смог привлечь внимание, расскажу, а ты внимание. Мы сумели прийти к решению. Скоро предстоит нам истребление. Что? Не стану год ждать, хочу застранцев прибить. Пускай неделя прошла, через полгода нас ждет. Погоди, а, Таня...